пути. Сегодня 20, да, марта? Да. 20 марта 2023 года. Машина ржавая, да? Добрый день. Здравствуйте. Сейчас, значит, за путевку. Вы куда, далеко клиент лежит? Не знаю, отвезу и поеду. Да нет, пока сейчас 10 минут буквально туда иду. А что ж путевку не сделали? Путевку вырезал, видишь? Ну я понимаю, но нельзя без путевого листа. Согласен, только вырезал просто. Да на рынке много бомбил. Бомбил много на рынке. Две машины. Ну сейчас вас за путевку тогда оформят. Шашечку снимайте. Хорошо. Без пилотки. Девушка, головной убор где у вас? Так, водителя оформляю, да? Это по 12. Какой? 3, часть 2, что у него нет. Путевки. Так, все, оформили у вас? Конечно, оформили. Все, снимайте шашечку, езжайте домой. Сейчас. Пассажира отпускайте. Обязательно. Ага, давайте. Он не работает, девушка. У него нету этого, как его? У него нету путевого листа. Все, товарищ водитель, не выставляйте шашечку. Все, вы сегодня не работаете. Еще раз, если увижу вас на рынке, еще будет штраф. И пристегивайтесь, а то этот водить не умеет. Все. Так, все, таксист уезжает, инспектора тоже поехали. Без путевки. Все, друзья, на этом... Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.